Доброго времени суток всем, кто заглянул на мой канал. Сегодня у меня будет два подарка. Вот думаю, какой же из них первый показать. Первый пришел из Испании, но не из самой Испании, а от Людмилы, канал ее «Веселые петельки» с Людмилой через Валберес. Она заказала, ну так она мне интересно все это преподнесла. Она заказала, говорит, можно я закажу это через тебя? То есть из Испании нельзя заказать, а по России я могу ей потом отправить, когда она приедет в Россию. В общем, я говорю, конечно, я заказываю, ну, что хочешь, я тебе закажу, потом перешлю. Мы договорились. Людмила заказала набор спиц. Наверное, с этого я и начну. Вот такой набор спиц Pony Color и три моточка пряжи. Ну, я думаю, мне ничего такого сложного нет, тем более я уже собираюсь кое-что отправить. И когда она в Россию приедет, и, конечно, это не проблема. Заказали. Мне доставили, мне привезли, все. Я получила эти вещи. Пишу ей, говорю. Даже обзор сняла. Ну, для Людмилы я сняла обзор на пони. Что они из себя представляют. Там был мой отзыв. Не очень такой. Ну, расписала, что вот свое собственное мнение об этом наборе я ей рассказала. И в результате она говорит, это тебе подарок. Подарок ко дню рождения. Вот так неожиданно я получила набор Pony Color. Так, наверное, да? И три моточка пряжи. Ну, про пряжи я быстро скажу. Вот такой моточек у меня уже был. Я из него связала неудачные носочки. Я их смешала с пряжей другого, это с шерстью. В общем, добавила ниточку. И, конечно, он цвет поменял. В общем, я думала, у меня было такое, что я хочу вот из такого же моточка связать потом носочки. Когда-нибудь и закажу. Вот моточек у меня. Я его не заказывала. Это подарок от Людмилы. Так. Цвет 7839. Вот такая красотища. Свеженький такой вот летний цвет. Почему-то он мне напоминает летний салат. Зеленый, огурцы, помидоры, всякое, там, перчик болгарский и все такое. Вот почему-то напомнил. И может, у кого-то другие ассоциации, у меня вот следом. Вот. Вот такой моточек у меня тоже был. Вот эта пряжа мне очень понравилась именно расцветкой. Есть два похожих цвета. Вот этот и еще один. Я думала, что когда-нибудь из него даже свитер можно связать. Какую-нибудь безрукавочку. Вот 7840 и есть 7841. Они чем-то похожи. Сейчас у меня его нет. Сравнить не могу. Но мне очень понравился. И, кстати, я вот сейчас думаю, какой вот этот или другой. Мне кажется, что этот очень хорошо ложится в носочки. Классный просто это цвет. Такой, ну, расцветку вы видите сами. Серенький, коричневый, черный. Коричневый такой. Можно сказать, кирпичный. Очень классный мужской цвет. Вот. И вот такой вот зелененький. Тоже мне понравился. Был у меня такой еще коричневый такой. Этот я тоже вязала, добавляла к нему ниточку шерстяную какую-то, по-моему. Вот. Но из него вот из одного связать будет очень-очень красиво. Здесь цвет 26,96. Классный такой. Тоже летний. Это скорее весенний, мне кажется. Вот черный, серый, земля и зелененький. Это травка, которая вот желтенькая. Это с осени осталась. А зелененькая, это которая вот только-только пробивается. И такая свежая зелень, которая вот напилась зимней влаги. В общем, вот такое у меня ощущение от этого цвета классного. Все цвета мне очень нравятся. Спасибо
Людочка, вот за такую вот красоту. Она сама выбирала и угадала. Наверное, у нас с ней вкус сходится. Красота просто. Ну и вот такой подарок я сейчас с вами открою. Я уже рассматривала. Ну, покажу, что это такое. Ага, тут еще мои детки рассматривали. Как же не рассмотреть? И вот так аккуратненько они рассматривают. Такой чехол. Чехол из фетра, судя по всему. Войлок или фетр. Вот какой-то такой чехол в один слой. Нет как бы подклада какого-то. Вот просто такой чехол. Так, дальше. Сами спицы. Посмотрим. Номера здесь. Сейчас я посмотрю. Так, вот здесь написано. Номера 3, 3,5, 4, 4,5 и 5. И лесочки 180 и 60 сантиметров. Самые маленькие беру. Гладкие. В отзывах кто-то брал, говорил, не очень они какие-то гладкие. Ну, это смотря что вязать. Хлопок, полухлопок, наверное, будет сложновато вязать. Но шерсть, полушерсть нормально будет вязаться. Махер, шелк тоже нормально. Так. Вот кончики, хорошие кончики. Уколоться, ну, как бы можно всякими уколоться. Ну, нормальные кончики такие. Кругленькие, нет зазубринок, ничего, гладкие. Не уколешься. Мне нравятся такие длинные кончики. Хорошо цепляют ниточку. Вот. Так. Не буду убирать, потому что я сейчас лесочку попробую закрутить. Я пробовала ее закрутить, но она у меня почему-то не до конца закрутилась. Леска это вот такая трубочка. Одинаковая. Все. Сейчас возьму, какая попадется. Маленькая мне попалась. 60 сантиметров, наверное. Ну, попробую я еще разочек вкрутить. Один раз у меня не получилось. Как бы до конца. Вот. Дальше не идет. Сейчас попробую за кадром. Как бы вот до этого шарика, до этого, там дальше трубочка идет. Вот оно не доходит. Так, фокус. Фокус. Вот так. Не доходит до шарика. Есть вот этот перепад между шариком и самой спицей. И туда будут попадать петельки, но ну, если плотно сильно не вязать, то нормально будут проходить. В общем, надо повязать. Я еще не пробовала вязать. Вот такие спицы. Так, дальше. Пока я не вяжу, это раскручу. И дальше покажу, что ну, остальные показывать, они одинаковые. Это тройка, это пятерка. Ходовые размеры. Хорошие размеры ходовые. Хорошо, что они все такие вот разноцветные. Не заблудишься, не запутаешься в номерах. Но номера там написаны на каждой спице. Вот видите. Номер есть. 3,5. Ой, пятерка здесь. Пятерка. Вот какие-то здесь есть отметинки. Будет вам видно или нет. Вот здесь. Ну, это не важно. Может быть, они так были там, задержались, пока красились, там, не знаю, не важно. Вот, видно их там, зарубочки какие-то. Но это гладко, это просто краска. Вот. Это я уже, наверное, придираюсь. Ну, потому что меня Людочка просила меня, чтобы я подробненько ей описала, что за спицы. Ну, я и описала подробненько. Даже эти зарубочки посмотрела, которые не зарубочки, а просто так вот отметинки какие-то. Так, вот такой значок пони на булавочке. И вот такой кармашек симпатичный, маленький, аккуратненький. И в нем вот как раз
Вот это вот и лежало. Что в нем еще лежит? Вы, наверное, уже знаете, догадались. Вот такие вот заглушки. Такие тяжелые, увесистые, не маленькие. Это все вес имеет. Не то, что вот в дропс. Дропс они такие легенькие, небольшие. А здесь прям, посмотрите, размерчик. Прям металла не пожалели. Вот. Ну и все. Будем вязать, будем пробовать вязать этими спицами. Что-то новенькое. У нас Людмила, она очень любит спицы. Она разбирается во всех. У нее есть много наборов. Вот она решила, чтобы у меня еще были наборы. Один мне набор Света подарила от Drops. Канал ее связан с спицами Светлана. Это мой первый набор, который у меня есть. Первый был и единственный. Теперь вот такой еще второй набор от Пони. Ну, знаете, я уже сказала, как машину подарили. Две классные, хорошие машины. Вот теперь у меня второй набор. Я за спицами как бы не гоняюсь. У меня есть спицы вязать. И даже китайские мне очень нравятся. Вот, а Drops хорошие. Потом Knit Pro, по-моему, да? Кубиксы я купила. Носочки на них вяжу. Они так хорошо бегают, кубические. Вот. Ну, и то не набор, а просто нужные размеры. Вот и все, что у меня. Как бы мне все равно, на чем вязать. Главное, чтобы оно вязало. Были у меня когда-то от Ади спицы, но они мне совсем не зашли, совсем не понравились. Я одно время вязала и большие деньги отдала за эти спицы. Тоже это были разные размеры, несколько размеров. Но потом и леска у них поскручивалась, и со временем она становится не вязать. Ну, закручивается, и вообще нехорошие спицы. Взяла с покрытием. Ну, они, кстати, вот цвета примерно такого были, но с покрытием. Вот, может, желтоватые. Вот. Не вяжут. Плохо вяжут. Поэтому мне не понравились Ади вообще. А эти вот гладенькие, хорошие. Я знаю, что они не должны как бы испортиться. Но посмотрим. Будем вязать. Будем пробовать. Людочка, спасибо за подарок. Такой. Теперь у меня второе BMW. Вторая машина. Я не знаю, правда, какая машина лучше. Но вот это классная. Чехол. Вот. А это от носочков у меня тут шерсть цепляется. Так. Вот такой вот чехол. Ладно. Все. Похвасталась. Спасибо большое за такие шикарные подарки. Я его даже вот так вот пока еще держу в таком вот состоянии, потому что, ну, как-то... Всегда, наверное, у кого появляются новые подарки, они вот так трепетно к ним относятся, бережно. А потом уже начинают работать. Ну и спасибо, Людмила. И второй подарок ко дню рождения, который я получила, это подарок от Светланы. Связано с спицами Светланы. Я еще не открывала. Здесь вот такой огромный пакет. Он мне занимает все пространство. Сейчас я попробую его. Что в пакете конкретно, не знаю. Заглянула, увидела. Есть вот, ну, короче, сами сейчас все увидите. Я начинаю вот с этого пакета. Здесь в пакете еще два пакета. Поэтому отодвину пока. Вот этот небольшой пакет. Так, как бы в стороночку. Не мешал тот. Так, первый подарок. Вот такой пакет. Прям огромный. Огромный и чем-то забит. Не знаю, что там. Не открывала. Вот вижу, что пакеты много чего. Первый достаю. Это чай. Чай фруктовый. Так. Все упакован. Вкусный. Лесной. Dream Son, что ли? Ну, как-то так. Спасибо за чай, Светочка. Ну, а к чаю. Тут все упаковано еще в пакеты. Это мастер упаковки. Светлана у нас мастер упаковки. Я сейчас все выну. Мой телефон потребовал очистить место.
прекратила съемку и закричала «освободите». Пришлось удалить там прежние видео, которые у меня еще... Ну, я уже их выложила на канал. В общем, я остановилась на том, что я говорила, что Светлана мастер упаковки. Много раз я наблюдала на ее видео, как она упаковывает сумочки. Вот, очень классно, красиво. И здесь прям упаковано все. Все. Тут, ладно, смотрела, что там написано. Бэби Фокс. Ириски, судя по всему. Шоколад с орехом. Показалось, помните, ириски были такие вот с орешками. Классные. Ну вот, шоколад, маленькие шоколадки, судя по всему. Все это, я думаю, что деткам моим, потому что они тут крутились возле шоколадка. Крутились уже, дай открыть, бабушка, дай открыть. Это мне, конечно, темный шоколад, детки такие не кушают. Чак-чак. Спасибо, Светочка. Я даже не знаю, кому это. Деткам или мне к чаю. Ну, посмотрим, кто первый увидит, кто первый откроет. Спасибо большое. Еще один чак-чак. Так, еще. Всем хватит. Все. Жадничать не буду. Всем достанется. Значит, шоколад. Чак-чак. Опять шоколад. Чаек. Опять шоколад. Это детям. Это точно. Дети будут счастливы и довольны. И нам достанется тоже. А это что-то. Что-то такое необычное. Вот. Нещадно, но нежно. Орехи кедровые очищенные. Вкуснятина, вкуснятина. Один раз Светочка мне уже присылала такую вкуснятину. Все у нас были просто, ну, от этого нельзя быть не в восторге. Это очень вкусно. Орешки. Спасибо, Светочка, еще разок порадовала нас. Так, и что-то... Что-то еще. Так, запечатано. А, это шишка, сама шишка. Это... Красота. Сейчас. Как-то не видно, да? Что я тут делаю? Я ее распечатываю. Ножницы надо. Это только ножницы разрежут. Вот так. Упакована прям как какая-то драгоценность. И вот я вижу, что это такое. Это действительно что-то необычное, потому что я никогда не видела, конечно, в руках, не держала, не знала, что такое кедровая шишка. Ну, теперь вижу. Теперь знаю, как кедровые шишки растут. Это здорово. Так хочется посмотреть, где там кедр. Где там сама... Не буду. Она такая красивая, что даже не хочу я ее раскрывать. Я ее спрячу. Детки придут, пусть посмотрят тоже. Светочка, спасибо, порадовала вкусняшками. Красота такая. Так, сейчас я это отодвину. И там еще есть один пакетик. Еще один пакетик, который остался вот в этом огромном пакете. Вернее, там уже не пакетик. Сейчас я достану. Это подарок подарков. Это нечто. Нечто от Светланы. Это сумочка. Классная сумочка. Только Света может так вот шить сумочки. Я не знаю, почему. Я вот у других видела сумочки, но Света мне нравится больше всего. Как бы сейчас я попробую показать во всем ее великолепие, эту сумочку. Я забыла, как называются сумочки. Проектная сумочка. Вот. Проектная сумочка, и в ней что-то есть. Но я пока еще ей любуюсь. Я не знаю, что там есть. Я знаю, что это тоже замечательное, прекрасное. Что-то там лежит. Но вот это... Ягодки прям как настоящие. Плохо видно на видео, но просто красота. Так, открываем эту красоту. Ну, это вы знаете, на руку одевается, и вы пошли куда-нибудь. Так как я никуда не хожу пока. Есть у меня сумочки, которые Света вязала с двумя такими ручками на мою коляску. В общем, классно там все. Вот. Вот какую вкуснятину Светлана мне положила. Вот. Сейчас я выложу. Так, открыточку я посмотрю сейчас.
Сейчас выложу пряжу. Это Alize Wool Time. Опять красивущие расцветки. Просто очень красивые расцветки. Но я думаю, что смотрите. Покажу. Как бы, ну, это не очень, но я думаю, Свете тоже такой бы моточек понравился. А так вкусы у нас совпадают и у Людмилы, и у Светланы, и у меня. Мне очень нравятся эти расцветочки. Так, что-то еще. Так. Ага, будем благодарны за отзыв. Обязательно. Отзыв вы уже слышите. Светы замечательные сумочки. А что здесь еще сейчас? Все будет. Я думаю, это кофе. Света меня радует все время. Кофе. То один вкус, то другой вкус. Вот именно по Свете. Сейчас я пью кофе, тоже было от нее. Кофе Эгоист. Пока то был японский какой-то кофе. Бушида, да. Мне понравился. Его можно положить немножко, но он будет для меня его достаточно. В общем, насыщенный такой вкус. От Эгоист. Мне посмотрю, что это за кофе. Ну, полотенчика я тоже понимаю, что в нашем любимом цвете. Оно такое голубое, бирюзовое, красивое. Сейчас. Вот, Бушида, правильно. Бушида. Сейчас покажу. Так. Ну, новогодняя тематика, да? Что-то здесь новогоднее. Спасибо, Светочка, и полотенечко пригодится. И вот кофе Бушида, как я говорила, оригинальный. Спасибо, Свет. Банка огромная. Мне его хватит. Я, получается, пью кофе только от тебя. Твой кофе, который ты мне присылаешь. Твой, правильно говорит. Да? Спасибо большое. Все. В этом году я пока больше не покупаю. У меня есть кофе. Спасибо. Что-то я на него подсела. Обязательно раз в день мне его надо выпить. Так, открыточка. Спасибо, Светочка, большое. Классная такая малышка. Только для тебя. Спасибо большое. Так, что у нас здесь? Коробочка, она пустая. Она по весу, она пустая совершенно. Но она не пустая, в ней такая драгоценность. Вы не представляете, веса не имеет вообще. В ней такая драгоценность. Knit Pro. Ну, вот опять же, я бы не купила себе. Я вижу, девочки показывают, Света сама показывает, покупает вот такие спицы разные. Ну, я смотрю, думаю, для меня как это автомобиль. Опять это дерево. Ну, потому что веса не имеет. Это дерево. Это красота. Это вообще, как это сказать, красивущие спицы тоже. Они вот как дорого-богато. Вот они выглядят дорого-богато. Надо, конечно, попробовать. У меня еще есть от Светы деревянные. Это уже спицы. Тоже Knit Pro, но... Они у меня лежат, как я же говорю, я не вяжу такими спицами, девочки. Я единственное, что могу, махер, тонкий махер или в одну ниточку какую-то дорогую пряжу вязать, которая тоже веса не имеет на таких спицах. Ну, хорошая длина. Так, 3,25, 80 сантиметров. Что такое 32, не знаю. Кубики, это они кубические, они не круглые. Так, надо опускать. Вот. В общем, я даже не знаю, что сказать, потому что девочки меня задаривают такими подарками шикарными. Я говорю, я привыкла вязать попроще. Ну, девочки, спасибо вам большое. Вы мне даете попробовать, даете возможность попробовать то, ну, сами понимаете, я бы сама не покупала. Довольствуюсь тем, что есть, как бы, и ладно. Вот, смотрите, что набор, что вот это вот, не знаю. Эти спицы.
Это просто нечто. Я не знаю, что еще мне сказать. Это очень дорого. Я не знаю, насколько это, что это стоит, потому что я никогда не узнавала. Но я понимаю, что это не дешево стоит. Но в то же время это не в плане цены дорогие подарки. Это в плане душевные такие, от души подарки. Поэтому они и дороги мне. Дороже, чем те деньги, за которые они куплены. Мы плакать не будем. Хотя я уже готова. Спасибо большое, девочки, за... Светочка, спасибо. Не знаю, я попробую я вот эти спицы или нет. Я на них еще просто полюбуюсь. Так, положу пока. Пока положу, пока я их не поломала нечаянно. Прям боюсь их трогать, потому что они такие хрупкие, невесомые. Боюсь пробовать трогать. Ой, девочки, ну вот еще сейчас по пряже. Здесь цвет 432, очень красивый, нежно-голубой. Но это пряжа мягкая, вы сами, наверное, уже знаете. Alize Superwash и Alize Wool Time. Аналоги по составу, да? Так. Вот, аналоги по составу, но по толщине они разные. 100 грамм, 200 метров. Классная пряжа. Из нее, ну вот здесь скомбинировать запросто можно. Вот. Красота. И просто можно целые носочки связать. Можно даже шапку, можно варежки. Она такая не особо колючая, только для особо чувствительных людей. Вот этот цвет 11017 тоже очень красивый. Прям да, бирюза, серенький, черненький. Сочетание очень красивое. И вот этот тоже очень красивый цвет. Так. 11019. Ну, состав тот же. Как ее стирать, мы знаем. Можно в машинке стирать. Главное, не сварить. Вот. Спасибо, девочки. Спасибо, Светочка. Спасибо, Людочка. Спасибо, девочки, за то, что вы помните меня, не забываете. Хотя я редко появляюсь уже где-то в чем-то на Ютубе. Вообще. Вот. Спасибо, мне очень приятно. Ну, подарки это бесподобные, конечно. Но внимание ваше мне намного дороже. Вот, честно, от души. Спасибо огромное. Знаете, как вспомнилась пословица, когда я от девочек получила поздравление в WhatsApp, я вспомнила пословицу «Дорог не подарок, дорого внимание». Поэтому как бы вы меня ни поздравили на словах, открыткой в YouTube, в WhatsApp, не знаю, какой смс-кой, неважно как, даже без подарков, мне было бы так же приятно, как и получить от вас вот такие шикарные, шикарные просто подарочки. Спасибо, девочки, и спасибо всем, кто досмотрел до конца это видео. До новых встреч! Вот, все. Вы в кадре. Спасибо. Давайте. С днем так. Рождения! Ой, цифра шикарная. Две. Давай. Дудь. Дудь. Пряничек мне уже как раз упал. Ты заметила прянички? Спасибо. Нет, ты видишь, что за прянички? Я вижу, вы что, заказывали, что ли? Да, специально для тебя. Вот, смотри. А, это что? Прянички вязальные. Прянички вот такие. Вот, ой, так и цифры, посмотри, сейчас. Они тоже связаны. Ой-ой-ой. Сейчас. Тогда так сделаем. Спасибо. Заходи, если что.